Вся жизнь – игра. Для дошкольников это действительно так. Главным проводником во всех занятиях для детей становится воспитатель. Педагоги из Нововоронежа решили прокачать свои навыки в рамках программы стажировки проекта «Школы Росатома». Ну, Воронеж в проекте с самого начала, его то есть уже 11 лет, но тем не менее в городе нет сетевых школ, сетевых детских садов, но очень хочется. И поэтому для того, чтобы звать педагогов вперед, для того, чтобы толкать, предлагать, убеждать в том, чтобы участвовали в конкурсах, в том, чтобы продвигали эти технологии, нужно было, наверное, посмотреть изнутри. На протяжении 3 дней стажеры будут изучать в теории и на практике технологические стандарты школы Росатома. В них педагоги делают упор на развитие самостоятельности и активности у детей. Гости познакомятся с наглядно-пространственным моделированием, с технологией «Время выбора», когда ребенок учится планированию и созданию каких-либо продуктов. Также саровчане представят уникальную зону Open Space, куда приходят детки разных возрастов и учатся осуществлять свои замыслы. В первый день педагоги попробовали воспроизвести 4 вида игры. В нашем дошкольном учреждении игра развивается по периодизации Елены Сергеевны Кравцовой. И они сейчас вот этот момент прошли. Мы им покажем также, как эти игры и через игру идет сброс когнитивных задач непосредственно на группах. Они смогут посмотреть. Здесь они у нас в течение 3 дней разработают оценочные листы по наблюдению за детьми, потому что один из главных функционалов педагога именно наблюдать за ребенком, видеть, где какие дефициты есть, чтобы потом можно было встроиться. В стажировке участвуют 13 сотрудников детских садов Нововоронежа. Некоторые приехали целыми командами от учреждений. Здесь воспитатели, психологи и художественные руководители, чтобы каждый мог взглянуть со своей точки зрения на подходы к работе с дошколятами. Мы погрузились в технологии, которые продвигают проект «Школа Росатома». Мы увидели, что сад живет этим. И это впечатление, конечно, море. Нельзя загадывать, но очень хочется, чтобы это была не первая и не единственная командировка сюда, не первая и не единственная стажировка. Я думаю, что сюда нужно приезжать и приезжать. В предстоящие 2 дня стажировки педагоги из Нововоронежа проинспектируют среду, в которой развиваются дети из сада номер 16, понаблюдают за ними в конкретном виде игры. Кураторы предполагают, что участники смогут перенести опыт в свои дошкольные учреждения и активно использовать современные образовательные технологии. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.